Всем привет, с вами Герман Пермяков, и вы на Redline TV. Сегодня разрешите вам представить очередной комплекс, который находится на северном побережье. Это вот здесь, возле Коварны, между Коварной и Балчик. Комплекс называется Каляка Резорт. Очень интересный комплекс. И очень много там услуг, вплоть до полета на самолете на южное побережье. Очень интересный дизайн, бассейн как бы со своими собственными лодками. В общем, смотрите и оценивайте, и составляйте свое мнение. Приятного просмотра. Привет, с вами Герман Пермяков, это Redline TV, и сегодня хочу продолжаем обзор болгарских комплексов, которые сегодня представлены в продаже. Сегодня переходим к северному побережью. Называется комплекс Каляке Резорт. Расположен он в районе поселка Топола и мыса Калякрия. Это северное побережье Болгарии, повторюсь. И рядом находится одно из крупнейших полей для гольфа. Итак, давайте же посмотрим, что это за комплекс. Итак, Каляка Резорт. Расположен комплекс в 55 километрах от города Варна и в 45 минутах езды от международного аэропорта Варна. Рядом находятся города Балчик и Коварна. А известный курорт Албена находится в 15 минутах езды на машине. Комплекс имеет южное расположение, находится в центре так называемой болгарской гольф-ривьеры. Предлагает лучшие виды в районе. Апартаменты выходят на озелененное пространство нового гольф-поля с 18 лунками, которое проектирует Гарри Плеер, и на залив Коварна, который простирается с мыса Клякра до курортов Албена и Золотые пески. Второе и третье гольф-поля знаменитого Гарри Плеера уже завершены и эксплуатируются. Каляка Резорт спроектировано испанским архитектором Густаво Клостером, известным своими шикарными виллами класса люкс в Коста дель Сол, и болгарскими архитекторами Ада и Стор. Концепция проекта сочетает идеи, вдохновленные Средиземноморским побережьем и традиционной болгарской архитектурой. Деревянные беседки, забор из кованого железа, цветной терракот и постельные тона. Между зданиями проложены каменные дорожки, зеленые сады и прекрасные водные элементы. И все это в сочетании с традиционными отделочными работами, современными технологиями и ощущением пространства. Отдельные апартаменты тоже очень просторные. С обширными террасами, с видом на одно из гольф-полей и с видом на море. Какие же есть удобства в комплексе? Естественно, апартаменты все оборудованы кондиционерами, качественными двухкамерными и оконными рамами, отличной теплоизоляцией, полы сделаны из натурального камня, ванные комнаты с напольным покрытием, джакузи в большинстве апартаментов, спутниковое телевидение, DVD, интернет, открытый бассейн с баром, бары и рестораны, магазин, озелененные сады, зона для фитнеса, сауны, массажа, процедур, конференц-залы, детский клуб, детская площадка, управление недвижимостью, естественно, как же без него. А также в районе есть спа-центр, теннисные корты, дайвинг, яхтинг, гольф, охота и так далее. Ну и теперь, естественно, смотрим местоположение. Вот поселок, где находится наш комплекс Каляка Резорт. Если смотрим на карту Болгарии, да, вот тут Варна, вот аэропорт, это граница с Румынией. То есть, в принципе, для тех, кто заезжает на автомобиле или на автобусе, то есть от границы
с Румынией тут буквально, ну, исходя из практики, это минут 20 езды, может быть, полчаса. Ну, от Варны, естественно, от аэропорта там тоже где-то, может быть, минут 40. Ну и смотрим километраж. Вот от нашего комплекса до Коварны показывает карта 13 минут. Вернее, 8,3 километра. Не знаю, почему 13 минут, наверное, пешком. 8 километров до Коварны. До соседнего города Балчик 14 километров. До центра города Варна 55 километров. До курорта известного Албена 30 километров. Ну и до Золотых Песков 39 километров. Ну и стоит, наверное, сказать пару слов об отделке. Фундамент, корпус, стены, конструкция крыши сделаны из этой железобетонной армированной основы и стены, как внешние, так и межкомнатные, которые сделаны из кирпича, а также присутствует тепло- и шумоизоляция. Межкомнатные стены в каждой квартире из гипсокартона с тепло- и шумоизоляцией. Крыши выстроены с помощью черепицы системы брамок с тепло- и гидроизоляцией. Что касается фасада, то теплоизоляция EPS с сеткой и минеральной штукатуркой Баумит в двух цветах, окна и двери ПВХ с двойным остеклением и стеклопакетом Саламандр с немецким, ламинированные межкомнатные двери, на полу натуральный известняковый кафель по всей квартире, обработанный так, чтобы выглядел старинным, только в ванной комнате положен керамический кафель. Что касается ванной комнат, то они все оборудованы. Фаянс, терракота на стенах и на полах, напольное покрытие, мраморные столешницы около моек и ванн, качественный санфаянс, аксессуары, зеркало, подвесной потолок и освещение уже подведено и вмонтировано. Кухня полностью оборудована, верхние и нижние шкафы, встроенный холодильник, вытяжка, керамические конфорки, духовой шкаф и мойка. Столешница из натурального гранита. Также есть мраморный камин в холле, кроме как в студиях и некоторых двухкомнатных апартаментах. То есть в студиях и в некоторых двухкомнатных нет, но в основном как бы в холлах он есть. Террасы, полы из терракоты, деревянные беседки в тени, перилы из кованого железа. Естественно, вся проводка, розетки, выключатели, освещение, проводка, проведен телефон, кабельное телевидение, интернет. Система кондиционирования есть в каждой квартире. Установлен электрический бойлер, также в каждом санузле. Что же касается общих частей, лестницы, лестничных площадок, то стены и потолки здесь покрашены. Лестничные площадки и лестницы из натурального известнякового камня и кафеля. Сад. В саду есть несколько бассейнов, бары, детские зоны, зоны отдыха и развлечений, озелененный сад с более чем 90 видов цветов, растений, кустарников, деревьев, в том числе и пальмы. Ну, что касается меблировки, внимание, большая часть апартамента предлагается уже с мебелью, которая включена в цену. Остальная часть предлагается без мебели. Ну, то есть уже детальную информацию нужно получить уже у застройщика, потому что именно ему известно, почему именно какие именно апартаменты продаются с мебелью, то меблированные, а какие нет. Членом Калиакри Гол Клуб владелец может выбрать между эксклюзивными услугами и спортивными развлечениями, процедурами, экскурсиями. И все это подобранное к
командой застройщика для комфорта покупателя или собственника. Созданы специальные условия, при которых владельцы могут наслаждаться великолепной архитектурой, дизайном и оформлением, а также соответствующими услугами и удобствами, которые создают прекрасный отдых и настоящий дом. Перечислим некоторые из услуг, которые предоставляют владельцам данный комплекс. Итак, трансфер из аэропорта. Водитель встретит вас по прибытии и отвезет вас в Каляклию, а также готовая к заселению квартира. Когда вы приедете в комплекс, ваша квартира будет готова к заселению с чистым бельем и холодильником, загруженным холодильником, и с квартиры будет снабжена всем необходимым. Во время вашего пребывания менеджер по работе с клиентами к вашим услугам: ежедневная уборка, прачечная, детский уголок, прокат автомобилей, услуги такси, заказ столика в ресторане и многое другое. Клуб бесплатный для всех членов и гостей клуба. Детский клуб. Ваши дети будут веселиться с аниматорами в то время, как вы отдыхаете, например, возле бассейна или с коктейлем в баре у бассейна. Заказ столиков в ресторане с приоритетом. Консьерж к вашим услугам, если вы хотите заказать стол в бистро. Также на море. Карта Каляклия Golf Club позволяет проводить захватывающие моменты с вашей семьей и друзьями на борту любой из современных яхт, расположенных на пристани города Балчик. В 10 минутах езды от Каляклия вы можете взять 12-метровую лодку или отправиться на целый день в приключения с новым парусником 44-футовым. Также к вашим услугам мощные водные лыжи. Ну, куда без него. Рядом гольф-поля вы можете воспользоваться специальными условиями для уроков по гольфу или заказать специальное время для игры в Green Tee. Также вы можете воспользоваться трансфером до гольф-поля и обратно. Спорт и экскурсии, уроки подводного плавания, школа парусного спорта для детей и подростков, верховая езда, полеты на параплане, велотур, джип-сафари и на квадроциклах охота, тематические экскурсии и многое другое. Закажите услугу предварительно у менеджеров нашего комплекса. Также полеты на вертолете, полет на живописном побережье на вертолете. Можно, в принципе, и до Созополя, то есть северного на южное побережье. Также фрахтование самолетов в соответствии с личными потребностями. Можете лететь над живописным побережьем Черного моря или полететь на вертолете до южных городов Болгарии, южного побережья. Ну и, наверное, стоит пару слов сказать о регионе. Конечно, это не такой раскрученный курорт Солнечный берег, который является международным или даже общеевропейским. Коварно, если взять это небольшой курортный городок на побережье Черного моря, находится в северной части Болгарии. Ну, как я говорил, в 55 километрах от Варны и в 50 километрах от границы с Румынией. Население города около 12 тысяч человек. Город расположен в экологически чистом районе вдали от производств и окружен сельскохозяйственными землями. Тихий и спокойный город, не переполненный туристами, с низким уровнем преступности. Хорошо подходит как для отдыха, так и для постоянного проживания. Любителям рок-музыки Коварна известна ежегодными рок-фестивалями. Многие называют ее рок-столицей Болгарии. В окрестностях города большое количество исторических и природных заповедников, а также достопримечательностей, пляжей и просто интересных мест для прогулок. В городе есть несколько источников с минеральной водой, обладающие лечебными свойствами. Эта вода очень полезна для людей, страдающих заболеваниями суставов и желудочно-кишечного тракта. Местные жители активно используют эту воду для домашних нужд и приготовления пищи. В общине есть предприятие по разливу минеральной воды, которое называется «Извор». Коварна – современный город, в котором присутствует вся необходимая инфраструктура. Есть стадионы, спортивные площадки, парки, большая областная больница и станция скорой помощи. Банки, школы, детские сады, библиотека, торговый центр, рынок и множество кафе и ресторанов.
курортная зона с отелями и апартаментами находится чуть в стороне, примерно в 2,5 километрах от города. На берегу моря, куда ведет асфальтовая дорога, живописно петляющая по дну ущелья. Главный городской пляж окружен молами, что положительно сказывается на температуре воды и высоте волн. На пляже почти не бывает водорослей, приносимых прибоем. А отсутствие высоких волн в ветреную погоду делает купание безопасным, особенно для маленьких детей. Пляж оборудован спасательной вышкой, есть медпункт, а также к услугам отдыхающих снэк-бар, парковка, душ, кабинки для переодевания, бесплатные зонтики и шезлонги. На берегу расположены рестораны, кафе, небольшой продовольственный магазин, а также магазин пляжных аксессуаров и сувениров. Каварна прекрасно подходит для семейного отдыха с маленькими детьми. Из-за небольшого количества туристов практически нет преступности, а местные жители относятся к приезжим с радушием и гостеприимством. Ну и стоит пару слов сказать о гольфе. В районе города Балчик, в нашем районе, где мы сейчас осматриваем наш комплекс Кляка Резорт, находится одно из самых больших полей Болгарии, которое называется Black Sea Rama. Находится там 12 лунок в этом гольф-поле. Дизайнер, как я говорю, Гарри Плеер. Помимо гольфа здесь есть также теннисные корты, спа-центр, фитнес, футбольное поле, несколько бассейнов и других спортивных сооружений. Общая площадь комплекса около 1 000 000 квадратных метров. Также здесь построена вся инфраструктура, и комплекс вмещает в себя до 2000 человек. Ну, скажу, что бюджеты здесь огромные по развитию гольфа, составляют около 10 миллионов евро. Также спонсируется Евросоюзом, и общий объем финансирования достигает до 103 миллионов. Инвесторы – это болгарские гольф-ассоциации, а также частные инвесторы и международные инвестиционные компании. По традиции, напоследок послушаем интервью одного из даже не жителей Болгарии, но человека, который там часто бывает, и что же он думает. Вопрос он ставил таким: почему же все-таки граждане стран СНГ выбирают именно Болгарию. Возьмем отрывок из его монолога, много не будем освещать вопросов, потому что в рамках данного фильма это невозможно сделать, но просто чтобы как бы было понятно, почему же все-таки люди выбирают Болгарию для жизни. Итак, слушаем. Чем Болгария интересна для нас, для приезжих, скажем так, из Украины, из России, из Казахстана, Беларуси и тому подобное. Итак, начнем. Начнем, пожалуй, с близости страны. Близость, доступность, да, такие связанные понятия. А Болгария на самом деле близко, то есть близко географически. Рядом практически соседи, но если по морю, то не практически, а по-настоящему соседи. Много способов добраться, опять-таки, потому что близко, можно доехать на автомобиле, можно доехать на поезде, можно доехать на автобусе, долететь на самолете и даже приплыть на корабле через Черное море. Стоимость таких поездок, ну, например, по состоянию на сегодня, сегодня у меня 21 февраля 2015 года, автобус из Одессы до Варны стоит в обе стороны проезд 1330 или 1350 гривен, то есть Одесса, Варна, Одесса. Ну, понимаю, что это, ну, на данный момент, опять-таки, на сегодняшнее число, это менее 50 евро. Также есть недорогие авиабилеты, и если ехать машиной, тоже очень приятно, и приятное запоминающееся путешествие будет у вас. Главное выбрать правильный маршрут, потому что короткий не всегда более быстрый и более удобный. Почему это важно? Потому что если вы съездили отдохнуть, то поехать отдохнуть можно, в принципе, на другой конец мира. Но если вы
собираетесь как-то более тесно связывать свою жизнь с Болгарией, то вам нужно будет туда ездить время от времени, или оттуда ездить время от времени. Потому что в Украине, как бы мы не там, если кто-то хочет вообще все порвать, то все равно здесь остаются родители, родственники, друзья, бизнесы, работы, собственно говоря, корни. И отрываться совсем не хотелось бы. И как раз Болгария интересна тем, что она позволяет не оторваться, иметь постоянную связь, быть мобильным, иметь возможность быстро приехать либо в Болгарию, если вам нужно туда, например, вы купили недвижимость, там какие-то вопросы решить или бизнес у вас там, либо из Болгарии в Украину, если вы решили в Болгарии остановиться жить. Первый момент – географическая близость и возможность не рвать вот так вот сильно отношения со своей страной, со своим окружением. Второй момент, пожалуй, что мы отметим климат. Почему-то нас, людей, тянет вообще к морю. Говорил Иосиф Бродский в одном из своих знаменитых стихотворений: «Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря». По поводу провинции немножко дальше. По поводу того, что у моря, действительно, у моря жить лучше. Там хорошо, там тепло. Если у кого проблемы со здоровьем, то есть, ну, знаем, у нас зимой мы болеем, дети болеют. Простуды, грипп и тому подобное. Опять-таки затраты на обогрев и себя, и свое жилище и тому подобное. Там хороший климат. И кто любит тепло, в Болгарии тепло. Если говорить о цифрах, то ну, в основном наши соотечественники оседают на Причерноморском побережье. Здесь средняя температура января около плюс 5 градусов. Январь – самый холодный месяц в году. Тепло, хорошо, комфортно. Ну, конечно, и природа соответствующая, и море теплое, чистое и тому подобное. Спонсор эфира – агентство переводов «Lingva24». Мы поможем вам осуществить качественный перевод с учетом лингвистических и культурных различий между языками. Наши профессионалы окажут самый широкий спектр услуг. Перевод любых европейских языков на языки СНГ и наоборот. Перевод с китайского языка, устный перевод, выполнение проектов под ключ, многоязычные сайты, инструкции к технике и оборудованию, графическая верстка, копирайтинг, контроль качества. Перевод, максимально приближенный по смыслу к оригиналу. Lingva24. Соединяя ЕС с СНГ. Наш адрес в интернете – lingva24.net. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η Μαριούπολη. Νόμιζες ότι μπορείς να φορτώσεις τη ζωή, μια ζωή μου ότι βρεις, σπίτια, μάξια, λεφτά. Νεκό ξένο κόσμο στη μέση, ας το κορμί μου απ' τα αστέρια να πέσει. Χάλασέ μου ό,τι είδα. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η Μαριούπολη. Αζόφская столица.